Поехали! Мяч на нашей половине поля. Нужен перехват. Нужен перехват. Чуть поднажать, и мы приблизимся к воротам соперника. Счет 0-1, но игра еще не потеряна. Нужно прессинговать соперника в центре поля. Приблизимся к воротам соперника. Четыре минуты до окончания поединка. Включайте прессинг. Время еще есть. Прессинговать соперника в центре поля. Прошло уже 4 минуты. Еще все может измениться.
Вот это было совсем неожиданно. Счет 0-2. Нужно поднажать. Мяч на нашей половине поля. Нужен перехват. Счет 1-2. Интрига матча сохраняется. Нужно прессинговать соперника в центре поля. Мяч на половине поля соперника. Нужно прессинговать соперника в центре поля. Удача. Нужно подготовиться к реваншу. Матч начался.
мяч на нашей половине поля. Нужен перехват. Чуть поднажать, и мы приблизимся к воротам соперника. Отличный шанс! Надо забивать! Счет открыт. 1-0. Ждем дальнейшего развития событий. Соперника. Один градус матча поднимается. Как же так? Этого не должно было случиться.
Счет 1-2. Интрига матча сохраняется. Этого не должно было случиться. Поехали! Мяч на половине поля соперника. Прессинговать соперника в центре поля. На нашей половине поля. Нужен перехват. Прошло 2 минуты. Какой удивительный матч мы с вами наблюдаем. Мяч на половине поля соперника. Включайте прессинг, время ведь еще есть.
нажать, и мы приблизимся к воротам соперника. Счет открыт. 1-0. Ждем дальнейшего развития событий. Шикарная возможность поразить ворота соперника. Шикарная возможность поразить ворота соперника. Великолепный удар! Гол! 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 Счет 2-0. Победа уже почти в кармане. Победа! Вот это и была по-настоящему чемпионская игра.
наши карманы. По цейску! Siamo sull'1-0, ma è ancora lunga. Dobbiamo riuscire a respingerli. Sono chiusi nella loro area. 4 minuti alla fine. C'è ancora tempo. Coraggio! Dobbiamo riuscire a respingerli.
варианту. Gioca!
sono trascorsi due minuti e non abbiamo ancora visto neanche un gol. Non devono tirare!
Ora bisogna iniettare l'avversario. Dobbiamo riuscire a respingerlo. Поехали! Счет открыт. 1-0. Ждем дальнейшего развития событий. Соперника.
отличный шанс. Надо забивать. До окончания поединка 4 минуты. Включайте прессинг. Время еще есть. Завершение атаки. Счет 2-0. Победа почти в кармане. Мяч на половине поля соперника. Шикарная возможность поразить ворота соперника.
Sofia!